Тух. Понять не имею, что это стрелочка. Так, я хочу в центр, ребят. Центр свободен, правильно? Свободный центр. А может Свободный мы центр. час Я вот этим, вот этим на центре, ребят. Давай, Все, погнали. Ладно, может вместе пойдем, попробуем? Можно? Можно. Гайс, гайс! Впихните пару тангосов, пожалуйста. Давайте, 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 парни, давайте. Ну, каждый скинулись по пару. Ну давайте. Ребят, что тут стесняемся? Ну-ка. Ребят, ты ну. Построишь дом из деревьев. Гайс, гайс. О, спасибо, спасибо, да не стоило. Ну же, ну, спасибо, все равно, спасибо. Фак. Еще один лишний. Что? Сможешь мне стакнуть там один спаун какой-нибудь пару раз? Андрей, как ты мой зак? Подожди, посмотри. Нормально вообще. Вообще, нормально, Ктап, нормально. При том, что я свапнулся еще. То есть я потерял несколько кодов. 125 ты потерял, по идее. Ах, Андрей. Обидно, обидно. Так, а я иду на изич лайн. Ребят, на победу давайте. Но только если на победу. Я не буду на победу. А ты мне вард дал? Хочу финиш. Тебе не надо? Андрей, ты просто штрекаешь, да? Да, я на штрека не буду играть. На поштрекать. Regeneration. Так. Штрек, штрек. Что штрекает, малыш? Штрек, штрек. Это знаменитая песня. Так, значит, что у нас здесь? У нас здесь Storm Spirit? Storm Spirit. Ман 190 пойдет. И в ебучку тебе еще на. Штрек, штрек. Элон друид. Фуровый элон. И на тебе в ебучку еще. Да крипы, ну почему вы не нападаете на него? Лич. Да пошел ты нахуй. Чертов Storm Spirit. Так, а у них гангеров, я смотрю, особо нету, да? Там все качаются. Тогда я буду чувствовать себя очень хорошо на меде. Если опять у меня. Да, у меня рифт есть. Хорошо. У меня есть земля. У тебя маны нет? Сейчас будет все. Что он? Испугался. Так, ребятки, сейчас я курицу, курочку, курочку. Могу приступить? Ага. Блин, лично первым левеле снова. Я бы сам хотел на самом деле. Забери. Сейчас я тут немножко побалую с ним. Все, пойду заберу. Так, хотя сейчас пони мне еще банка принесет, я ее отопью. Вот так вот. Вот так вот. Я же говорил, что рифт он такой. А этот контролер там контролит свою движонку. А, супер выражение, Андрей. Так. Мишка с интимной стрижкой. А, нормально, нормально. Как тени по квартине? Я угорал два дня, наверное, Андрей. Фак, там что, выходит что-нибудь? Три стака есть. О, хорош. Четвертый. Я у них тоже стакаю. Надеюсь, они этого не знают. Вада, там нет нам было случайно? Не, мне ничего показалось. Ну, короче, три есть точно, а дальше. Так, я могу еще раз лифтовать. А, сейчас я забуду. Просто он начинает какой-то фарм вывозить. Какой-то левел. С какой у него левел? У него уже какой? Ну-ка я посмотрю сейчас. Третий левел. Это правильно. Ёбаный рот.
Ребята, а этот Look at my horn будет летать? Он уже ведь летает, нет? Да? Да. Хорош. Овнит by Вада. Вада за овнер. Нормально они, кстати. Слушай, фак, а так мы же с тобой можем это... Что? Прилетать, убивать штормаун, 4-й левел. А, так через 10 секунд, вообще без проблем. Все, я буду тогда разогревать его. Он там, правда, там этот... отбивается. Так я еще разогрею, у меня реген. А, ну заебись. Ну, заебись. Угу. Интересно, какой у него будет МХ под Вортриксом, под молнией. У них медведь какая-то собака бегает, я скинул. Так, лич в К. Так, Андрей, я буду собирать этот, некромикон. Хорошо. Я обожаю чувствовать, собирать некромикон. Хорошо. Я редко выигрываю, но обожаю собирать. Хорошо. Медведь гангать пришел? Что с ним? Да, ой, можно лететь, фак. Лечу. Я это. Да, а можно не лететь, в принципе, хуй его знает. Не, ну лучше лететь, да. Так давай еще это сделаем. Давай. Медведь идет. К нам что? Да, вот здесь вот. Видео лава, медведь. Какие громкие маяки, кошмар. У вас тоже такие? Угу. Интересно. Да что за хуйня? Тауэр, прикрыть? Ха-ха. Да без ха-ха, чё то. Так, возьми вон тангус. Мне чё-то не нужен. Спасибо. А то он так много надавал мне вода. Мне столько не надо. Блять. Так, а там ещё руна должна была где-то появиться. Это сверху, наверное. Гия шестой. Ну, пришло время, наверное, стаки тебе фармить. Какую курицу? Пришло время... Вот тут еще три постаки зафармить. Давай пофармим сларка. Давай. А леча не хочешь? Да, тоже можно. Держу на месте. Я не попаду все равно. А, не попал. А есть смазать разок? Да. Хочешь, я тебе фласку дам за это? Нет, спасибо. А че, кура на мезу стоит просто так? Вон, качайся, ну, пойду отсюда. Там 4? Фак. 4 или 5, не знаю. Я тогда еще приду. Хотя вроде и здесь. Там дум где-то в лесу, может попробуем? Бля, ребята, ёбаный рот. Как много артефактов. Ладно, несите, короче. Несу. Мне правда может он сейчас разъебать. Это неприятно очень. Этот ушел. Вот этот. Лич. Вот лич. Я бегу к нему на встречу, я несу ему цветы. Этот факер, давай убьем. У меня маны очень мало, ну сейчас у меня будет жетон. Какой просто помочь? О, мы сейчас сверху убьем, кстати, походу. Поработать рукой? Да, немножко. Это я могу. Он шестой. Ну увижу, прилечу. У нас же саленс есть. Опа. Чу? Нет, не чу. Напугал его. Ну да. Так и пизда ему. У меня лассо через 2 секунды. Не, он может, ничего. Если ты меня пропустишь. Смотри. Или ты ему сайленс хочешь. Так а что, может, тавру там? Лич ушел. Ну пошли тоже тавру 2 пахнем. Сейчас как-то пульт. А не хочешь сверху? Так. А, могу и сверху. У них медведь, кстати, без сапогов. Так потому что там рифтовал кто-то в него.
Неоднократно. Явно хочет отпушить. Не-не-не, вот. Куда там? Нормально, нормально, доминируй, вода. Никого не слушай. Так, я могу сейчас арканы закупить и дать кому-то их. Я улетел на базу. Хотя зачем мне арканы, если я могу купить фейзы? Дум все еще из леса не выходил. Надо его искать. Это стандартный дум. Такие не выходят из леса никогда. Так, руны снизу. Угу. Тебе нужен поворот? Да. Почему бы и нет? Ну что, давайте теперь нижний коридор. Там, правда, этот... Шторм, вот он. Шляп. Шторм и Сларк. Сларк, да. Я отойду, отойду чуть-чуть. Так, а мы обратно, давайте. Давай, обратно. Давай, давай, даун. Давай. Ой-ой-ой. Я не дам ему прыгнуть. Сюрприз, мистер факер. Что это такое? Чё ж в Гиллис? В Гиллис? В Гиллис. Ну чё, давайте следующий, ребят. Ты про игру уже, да? Чё-то мы овнем, Рил. Так, вторые уже? Да, я отойду, потому что этот... У меня мало хп, ты понял? Да-да-да. Я отойду, это я про эту ещё игру. Вот, Илон Друид, я пойду наверх попробую. Я подсоблю, если надо будет. Могу кому-то фласку дать. Да что с этой флаской-то? Извините, доебался тогда всех. Вада. Вада, маны... Ох, какого хуя? Готовься, факер. Готов. А нет. А нет, факер, расслабься. Может, все-таки дума? Может, он сейчас там вынесет себе 6 слотов за 10 минут. Может, он уже с 6 слотами? Никто не может, он столько слотов собрал, что не может вынести. Блять, интересная ситуация. Мерт, ну мне больше надо, слышишь? Я тебя мазал банкой. Ты еще и на фейзах. Ты меня и так обгонишь. Я тебя не обгоню, у тебя дагер откуда-нибудь. Мерт, я тебя мазал банкой. Базл банкой тебя. Базл топ. Ой, спасибо тебе. Андрей, ну не так, а помнишь, я тебя мазал? Вот так, надо. Понял. Так, ну что, поедем. Штрек от шторма. Вижен, только вижен нужен. А есть. Я так просто. На дыбы. И что, дальше? Кто первый умрет, лох. Я сейчас буду лохом, судя по всему. Вот, штрек дум. Штрек шларк. О, девятый. А, это ЦК девятый. Так, надо что-то купить, наверное. Может, и не надо, черт его знает. Да ну. Вроде и так норм. Так, это может быть та самая игра, когда ты начал снайти и соберешь. Ты эту хрень не выиграешь? А я вам скажу, кто лох, ребят. Я вам пока готов уже говорить. Сука. А что, вы подойдете на топ? Можно их раскатать там. Блюдки. Посмотри, дум уже к нам идет. Андрей, поднимешь сюда? Не. У меня манки нет уже. Андрей. Да что Андрей-то сразу? Мы вон с ктапом работаем. А я тебе думу принес. Я станчик дам ему. Андрей, смотри. Так, у нас тут это другое было. А там смотри, там какой артефакт. Так, ну а я пойду или нет? Андрей, номер 3. Некромик одной.
Благодарю. Так, GG. Все ж трек вообще плотно сейчас просто вгрызаюсь, типа. Давай, давай, Ктап. Так, а этот пока что еще без всего. Давай думу ебанем. Угу. Или хотя бы кого? Блять. Ладно, хер с ним. О, вард сломал. Так, а может быть даже тавр можно сломать здесь? Поближе. А, кентавр за тавр, как говорится. Да. И что за лев? Так, а Мишку, я... Мишку ебашим? Ой-ой-ой, Мишанька! Домой! Ёпта, нихуя себе. Плюс я опять на дыбке. На дыбке. Малые дыбки. Так, короче, все, ТПшка не нужна уже. Покупаю себе Perseverance. Опа! Тапоч. Бонусный. Ты выиграл. Пинер. Надо будет баракат. Ой, ёб твою мать. Стандартный черкаш. Очень стандартный. Здорово. Где он? Где черкануть? Хуй знает. Тапыч! I'm over here! Что происходит? Так а чё, надо разъебать их. Ребят, меня разъебывают! Плес! Плес! Черкаш, вот еще. Ух ты! Еще черкаш! Еще! Мишаня! Дай малого сначала. Давай-давай! Вот давай малого. Контролит, контролит! Контролит! А второго? Второго? Не найти его? Ладно. Я отойду, Андрей. Ну, Андрей, черкаш был. Был. Стандартный причем. Какой там второй? Ктап. А? Один стандартный, а второй какой черкаш? Богоподобный. Это, подожди, это, о, я беру реген, хорошо? Почему? Хорошо, я на базу пошел. Давай, давай. Андрей, у меня вот, смотри, такая штука есть. А как это тревела у меня? Ну да. А ты на что показывал? На тревелу. А у меня такие прострелочки какие-то непонятные. Ну тебя на русском языке, наверное. У нас тревела написано. Зелененьким, Boots of Travel. Да, просто у тебя на русском, языке, да. Оно багает постоянно. Понял, тут понял. Андрей, ты тоже багаешь. Вот смотри, сейчас шторма, смотри, сейчас зачеркашу его. Нет, он ушел, ладно. Так, может, мы думаем, просто сверху там накроем. Черканем. Спрайт, мазуфака. Ну, я иду. Пока у меня нету 6 слотов, можно замедлять нормально. Что-то я не догоняю. И тащи прям его. Ага. Так еще, давайте поглубже. Баракас продобиваем. Изи деньги. Ладно, пойдемте, может, наверное, там нижний коридор, да и все. Да, блин. Черкаш уже идет. Подтягивается черкаш. Там Сларк очень активно хочет забрать первую вышку. С фейзами и акулой. Мы ему позволим? Да. Понял.
Вада таких не отпускает. И в ебальник. Не знаю, почему он еще не убил Вада. Потому что он бы не смог. С ультом. У меня тоже есть ульт. Медведя бьем? Я колдую на него. Он не уходит. Ой, там чайник у Лича. Ах ты! Смотри, смотри, блинка. Коня дынаить. Не надо, грязи, пожалуйста. Я уж умоляю. Не хочешь, парень. Факер. Кто же с даггером? Почему все фурионы сейчас с даггером нынче? Ну, а ты Dream League смотрел? Ну так. Ну, типа, бульдог все игры, которые играл на фурионе, он собирал даггер. И все поняли, что это мета. Понял. Не, на самом деле даггер реально заходит нормально. Ну ладно. А почему Майлшторм, а не Дезолятор? Ну, я просто копируешь? Фанат команды Альянс, да, я копирую. Он без Мидаса собирает ПТ, ну, он на линии, правда, стоит. ПТ, Майлшторм. На 16-й минуте у него есть артефакты, на 19-й где-то у него появляется даггер, и он просто ходит ябает. Собирал даггер еще до того, как это стало мышь. Не, да, даггеры типа тоже пару раз собирал. Я даже его на дотубафе эти две игры нашел. И, кстати, с тобой же играли. О! Что, о. А кто у нас закидонный делает? Я закинул. Факер и Мервинг. Вот, а я Рошану отдался. Фурионы с даггерами. Стандартно. А у меня не было тогда даггера, ты понимаешь? Вот в чем проблема. Все у него. Я почему такой фидер? А дальше у него даггера не было. Смотри, на автоатаке вытащил. Так может мишеньку? Его похилили. Не надо, про нет, второго. Нет, нет. Так, надо на парсер, ребят, на парсер работаю. Блять, не успел на парсе сработать. Надо было просто два кристаллиса взять и говорить всем, да я на решаке, блядь, мэмэмэрю. В групповом, правда, но это тихо сказать, чтобы никто не понял. Плюс 9. Изи, плюс 9. Легкие, легкие. Что ж, в любом случае...